труда сегодня при помощи там, в обработке на полевых работах. Было там крушение нашего самолета Ан-2, поэтому специалисты занимаются пока. Если там трагедия непонятная, но, к сожалению, надо высказать слова соболезнования тем семьям, чьи сегодня были летчики, которые, к сожалению, и это случается. Возможно ли проверки дополнительной подобной техники при все-таки уборочной кампании начинается? Я думаю, что это всегда должно быть, потому что это повышенная опасность, как и любой вид транспорта, в том числе воздушный. Это должно быть неоспоримо и постоянно должно быть на повышенном. Спасибо.